Слушай, а тебе не кажется, что у нее это каблуки отлетели? Она в ремонт носила. Почему она в кроссовку? Ну, возможно, да. Мне кажется, она нашла каблук сама. Да? У нее это... Один был, это видно, что ароматомы. Ужас, да? Да. Жарко как-то. Лех, ну а зачем ты сейчас раздеваешься? Ты нашла время. Дим, я тебе спорить нахрен. Ну? Лех, а сейчас выходить, мы замерзнем. Ну, замерзнем, потом отдернем. Жарко. Ой, нашла время переодеваться. Понятно. Так, давай пакет. Нет, открытый. Вот. Вау. Ух ты. Ну какая красота, да? Да. Ты осторожно открою. Я знаю, вижу. Потому что это здесь так увидит балконы. А это на какую сторону, Дим? Это вот Крылатская. Слушай, да, вот видишь, вот там вот такая красная штука. Да. Давай как-нибудь туда съездим, это сосновый бор. Да? Угу, я очень хочу съездить. Понятно. Да, открываю это. Сейчас. Очень хочу. Надо как-нибудь будет съездить, пока я... Ну вот надо. Можно даже осенью, но иди сейчас. Так. Понятно, покажу. Так, по-моему, какой-то из них приехал. Да? Да, я слышу. Не работает? Нет, все в порядке. Вот. Да? Да. Так, давай-ка мы пойдем. Что за шум? Так, ну, а. Да, я отошла. Так, какой-то шум странный, да? Да, я слышу. Так, я пока поставлю. Фух, хоть у меня его рука. Ну да, зато мне одной рукой снимать, блин. Ну, это... Слушай, а здесь КМЗ стоит, а там какой? Тоже КМЗ стоял. Да, что, музыкальный просто. Да, просто музыкальный. Бручек такой этаже, да? Ну, здесь скорость большая, потому что, кстати... Да, выходи. Попробуем. Нет, я буду часто выходить. А зачем? А выходить не будем? Нет. Ой, слушай, походу здесь вентилятор где-то работает. Ну, я думаю, здесь. Это просто потому, что дует, это не потому, что работает вентилятор, а потому, что мы едем. Да? Да, это из-за того, что мы едем. А здесь вентилятора нет, что-то? Хотя кто его знает. Ладно, давай мы сразу на первый. Ой, прям хорошо, слушай, прям на меня воздух прям. Это замечательно. Вот.
Не, его хочет. Так, а сейчас дует, интересно? Не знаю. Сейчас проверю. Сейчас нет. Ага, наверх, наверх. Потому что наверх, извини меня, там нет вентилятора, я понял. Это потому что мы по воздуху едем. Я поняла, это все. Да, просто мы еще поднимались вверх вон, и воздух на нас вон сюда. А сейчас мы теперь вниз спускаемся, и тут, соответственно, где он? Понятно. Да, поэтому и из-за этого такая фишка. Ну все, выходим. Да, выходим.